Мальчики, хотите такую машину? Конечно, очень хотелось бы. Еще не гонщики, но в мыслях уже рассекают трассу. Все внимание молодых парней сегодня приковано не к девчонкам, а к скоростным ласточкам, о которых они пока только мечтают. Присматриваете здесь себе уже гоночную машину? Ну, нет, до этого далеко. Сильно дорого. Вот вам понравилось, чем? Скорее всего, там очень-очень много лошадиных сил. За 400 метров выход на финише 280 км в час. Рекордсмен трассы Новороманова 2019 года Максим Соколков пилотирует уже 15 лет. В его копилке масса побед, а начиналось все с нелегальных гонок. Это, наверное, как у всех, это, наверное, нелегал. Он был, не буду скрывать этого, а потом все-таки пришлось уходить в официал. Были какие-то такие страшные моменты вот на протяжении вашей? Были моменты, да. Были стемы, были, машина горела. В процессе? Да. В прошлом году здесь, в Барнауле, дважды меня с трассы сносило в поля. Сосредоточенность на старте, внимание на светофоре, педаль в пол. Впервые в чемпионате Алтайского края по дрейк-рейсингу участвуют не только гоночные машины, но и гражданские. Кубок 300+. Для зрителей это должно быть интересно, потому что это очень дорогие, уникальные машины. В среднем они стоят от 10 миллионов каждая. Ожидает победителя приз от спонсора денежный порядка 100 тысяч рублей. Но это единственный абсолютно победитель. Это гонщики, конечно, шутят. От своих любимых железок они без ума. А гонки – это возможность почувствовать себя героем кинофраншизы «Форсаж». Первый «Форсаж» повлиял, первый. Когда я увидел этот фильм, я просто, что за божество. Ну и с тех пор я машинами увлекаюсь, сын у меня тоже машинами увлекается. А какую дистанцию вам нужно будет проехать? 402 метра. Достойные соперники или вы лучшие? Ну есть, я прям это, боюсь некоторых. В самом быстром классе чемпионата Алтайского края победил барнаулец. Рекордсмен и победитель российских соревнований по дрэк-рейсингу Олег Крохин. Второе и третье места ушли красноярцам Патрушеву Игорю и Кононову Владимиру. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.